В Краснокутском районе прошла охота на чиновников районной администрации. Спецоперация состоялась в понедельник и вторник. По предварительной информации, по подозрению в коррупционном преступлении задержаны трое муниципальных служащих. Это начальник финансового управления, начальник отдела архитектуры и строительства, а также председатель комитета экономических и имущественных отношений районной администрации. Пока подробности задержания и то, за что конкретно были арестованы чиновники, следствие не разглашает.